Добрый день, дорогие друзья! Снова мы с вами вместе. И сегодня у нас в гостях борец греко-римского стиля, бронзовый призер Олимпийских игр, серебряный призер чемпионата мира и победитель чемпионата Европы, а также выпускник Московского училища Олимпийского резерва номер один Мингиян Семенов. Друзья, не забываем, вы можете задать вопросы в прямом эфире. И наиболее интересные мы озвучим. А сейчас Мингиян ждет от нас звонка. Да, ты отлучился, видимо, у нас Мингиян. Ну ничего, сейчас мы дозвонимся до него. Еще раз напомню, что Мингиян является выпускником училища Олимпийского резерва номер один. И сегодня нам будет очень интересно с ним пообщаться. Вспомним годы, когда он здесь учился, тренировался. Спросим у него об интересных историях. Так, что же такое? Сейчас мы... еще раз с ним свяжемся. Так дело не пойдет. Также поговорим о текущем сезоне с Мингияном. Как у него подготовка. Также не забывайте про вопросы. Я с удовольствием их озвучу. Так, ну давайте тогда сейчас мы попробуем, чтобы позвонил он нам. Бывают сбои в связи, к сожалению, но мы это исправим, это технические моменты, так что не проблема. Отлично. А мы сказали, что вы ждете нашего звонка. Два раза вам звонили, и что-то не прошел звонок. Да. Кстати, мне тоже. Здравствуйте, мы рады вас видеть. Наши зрители готовят для вас вопросы. Ну, а пока я готовилась к вопросам, я вам буду задавать их. Как дела, как обстоит сейчас обстановка в республике Калмыкия? Ну, на сегодняшний день у нас обстановка, как и во всем мире, как и в России, да, очень нехорошая. Вот. Ну, стабильная, как бы у нас сейчас 96 зараженных. Вот. Ну, в принципе, не из хороших, но тем не менее у нашей здравоохранения и руководства работают, как бы, вот. Ну и призываем к тому, чтобы сидели, соблюдали карантин, самоизоляцию, вот, гигиену личную. Насколько все строго? Есть ли какие-то электронные пропуска, как вот в Москве ввели сейчас? Ну, конечно, нету такого электронных пропусков, но стараются просто режим карантина для самоизоляции, чтобы они все сидели дома. Ну, такой строгости нету, но, конечно, ходят наши сотрудники полиции, как бы говорят, и как бы в этом плане, по сравнению с Москвой, чуть-чуть у нас условия, как бы. А вы и ваша семья соблюдает правила? Да, соблюдаем правила. Вот сейчас я отправил свою семью к родителям, чтобы они хоть на дому, на свежем воздухе, потому что на квартире очень тяжело, тем более, когда маленькие дети, и они же любознательные, хотят постоянно что-то дергать, постоянно что-то хотят делать, и очень сложно.
Пока сейчас сам нахожусь на самоизоляции. Угу. То есть вы не нарушаете, вы законопослушный гражданин. Я законопослушный, как и все спортсмены. Какой у вас сейчас режим дня? Как тренируетесь? Как поддерживаете спортивную форму? Спортивную форму поддерживаем режим дня. У меня такое, что просыпаюсь утром, делаю йогу, практикую йогу сейчас. Тем более, да, я, например, беру положительные эмоции с той или иной ситуации, да, все положительно беру, потому что есть время для саморазвития, да, провожу время больше дома, и сейчас вот начал практиковать йогу по утрам делать, и очень сильно она как бы тебя омолаживает, и ты постоянно находишься в балансе. А если я не ошибаюсь, кто занимается йогой, они вегетарианцы, может быть, не точная информация, конечно. Вы мясо кушаете, все нормально, ничего не изменилось? Я мясо кушаю, ко мне как бы с этим вопросом нормально. Люблю баранину. Это наши калмыки, потому что у нас калмыки на первом месте это баранина. То есть по питанию ничего не изменилось, рацион тот же, меньше не стали кушать? Нет, меньше не стал кушать, даже больше начал есть. Вот, но при этом при всем держим весовой баланс, вот, соблюдаем все спортивные диеты. То есть за перевес мы не переживаем, все хорошо с весом. Да. Какие у вас были спортивные планы на 2020 год? Ну, конечно, для каждого спортсмена, да, и это Олимпийские игры. Конечно, для нас всех это перенос Олимпиады, да, в Токио на 2021 год. Угу. Ну, для кого-то это как-то влияет очень плохо, да, там переживали, но для кого-то это пойдет на пользу, потому что мы лучше подготовимся. У каждого спортсмена появилась возможность лучше подойти к Олимпийским играм. Да. Мы спортсмены, мы умеем выдержать, да, потому что у каждого спортсмена есть олимпийское спокойствие. Так что мы можем терпеть и стремимся к тому, чтобы быстрее бы выйти в бой и показать себя, на что ты способен, и защитить, конечно же, триколор нашей страны. Как для вас складывался сезон, предолимпийский сезон? Сезон складывался, скажем так, на чемпионате России я занял 3-е место, вот, уступил москвичу. Но, тем не менее, как бы настрой есть, желание есть, мотивация есть, так что. На ваш взгляд, сейчас именно для вас перенос Олимпийских игр дает шанс отобраться? В моем случае это идет на пользу для того, чтобы подвестись лучше, да. Вот. И как бы для меня, моя ситуация для меня очень здорово и очень классно. Я настроен и иду к своей цели. Мы надеемся, что вы воспользуетесь этой возможностью и чтобы мы вас увидели в 2021 году. Спасибо. А в вашей весовой категории уже Россия взяла лицензию? Да, в моей весовой категории уже взяли лицензию. У нас только не хватает это до 77. 87 и до 130. То есть все, у вас спокойно, готовимся, тренируемся, отбираемся. Да. В нашей весовой категории мы просто тренируемся, готовимся. Как вообще готовитесь? Как сейчас у вас складываются тренировки? Что делаете? Сколько тренировок? Как выглядит эта тренировка у вас? Ну вот я говорю то, что с утра вот у меня идет с 7 утра до 8 у меня идет йога. Это за место как бы зарядки. Mm-hmm. Дневная тренировка, это дома. Только дома?
То есть в парк никуда не выходите? В зал нельзя? Ну, просто я был недавно в Москве, приехал домой, был в Москве, там попал на карантин на 2 недели. Вот, там тренировался, приехал домой, и снова как законопослушный гражданин, да, я выполняю все меры карантина. Вот, приехал домой на 2 недели, и тоже вот 2 недели вот сижу на карантине, самоизоляции. И в домашних условиях себя поддерживаю в спортивной форме. С тренером уже обсудили тактику подготовки на 2021 год? С тренером, да, обсудили. Ну, примерно, ну, пока не обсуждали на 2021 год, но мы обсуждали на 2020 год, как мы будем планировать, что мы будем делать. Это, вот, на сборах поговорили, пришли к одному мнению, и все, и начали тренироваться. Смотивировался, и дальше идем вперед. Ну вот сейчас из-за этого коронавируса у нас все планы меняются. К сожалению, да. Мы посмотрели ваш Инстаграм. Кстати, вы там не очень активны почему-то. И вы недавно, да. Пост сделали и написали: «В жизни нет ничего лучше собственного опыта». Какой полученный опыт дал вам возможность стать тем, кто вы сейчас? В жизни, да, вот каждый опыт, да, это и падение, это и взлеты, да, вот. Жизненный мой опыт на сегодняшний день, да, это то, что я могу, я прошел через много, и сейчас проанализировал все свои нюансы, все свои слабые стороны, да, мы сейчас усиливаем слабые стороны, усиливаем мои все сильные стороны, да, и за счет этого мы сейчас настроены на 2021 год. Как настраиваетесь на соревнования? Помните, как настраивались на Олимпийские игры? Да, помню, конечно, это благодаря своему тренеру. Благодаря своему брату, да, это те люди, которые были всегда рядом, всегда поддерживали, мотивировали. Но на сегодняшний день мотиватором является мой тренер, мой брат. Это те же люди, которые были всегда со мной рядом. Вот. И к этому добавок, да, прибавилась моя семья, мои дети, которые меня каждый день мотивируют, да, на то, чтобы добиваться своего результата и идти вперед, не останавливаться. А какие-то еще есть хобби у вас, кроме спорта, увлечения, либо чем-то еще занимаетесь? Ну, в данной ситуации вот сейчас взялся за самообразование, начал читать книги, читаю книги. Вот. А как у вас с изучением иностранных языков? Пока. Так, 50-50. То есть, ну, свободно не можете говорить? Или, ну, объясниться, или понять сможете? Не, ну, смогу понять и объяснить, как, что, где, как и почему. Ну, а на международных соревнованиях языковой барьер вам не мешает? Ну, особо нет, не мешает. Общаемся, как бы, и друг друга понимаем. Вот. Не всегда понимаем, но стараясь как бы изучать потихонечку. Но пока не скажу, что свободно, да, но так, учусь пока. Вы выпускник Московского училища Олимпийского резерва №1. Помните, как попали сюда? Ваш первый день, когда вот вы пришли с документами. Помните этот день? Все ли было у вас в порядке? Да, конечно, я помню, это 2005 год. Кстати, хочу воспользоваться случаем, поздравить, да, родной наше училище. Это училище Олимпийского резерва №1. Это очень большая семья, которая со своими традициями, да. Когда я туда первый раз приехал, для меня было что-то вообще недосягаемое, потому что я
Мы с Калмыкии, да, приехал с поселка, ты приезжаешь в мегаполис большой, да, там одни все звезды, лучшие из лучших, да, в стране, олимпийские чемпионы, там, чемпионы мира, да, Европы, и ты попадаешь в эту элиту, и ты просто на седьмом счастье, да, вот, и счастья нет предела. И когда я вот увидел, каждый раз мы ходили, вот в училище всегда висели фотографии, там подписан там олимпийский чемпион, да, там чемпион мира, там, и мы с братом всегда ходили, смотрели, и с братом говорили о том, что когда-то мы здесь тоже были висеть, и вот, и шли всегда, всегда это нас мотивировало, и большое спасибо училищу за то, что дал такую возможность, да, помечтать, поставить себе цель, реализовать ее, да, и мотивировал нас очень сильно. Хочется поздравить весь педагогический, да, состав, руководство нашего училища. Ну и, конечно, всех-всех-всех поздравить. Это и нянечек, это и наших поваров, эти нянечки, которые переживали за нас, да, каждый день ходили по вечерам, да, смотрели, следили за нашим сном, чтобы мы высыпались, да, потому что сон – это самый лучший восстановитель. Вот. Так что всех-всех поздравляю, хочу пожелать крепкого здоровья, всех поставленных целей, чтобы все добились, и, конечно же, талантливых ребят, чтобы они прославляли наш родной училище Олимпийского резерва номер один. Вы режим не нарушали в училище? Ну, бывало, что нарушали, но всегда находили компромиссы и договаривались. Всегда ставили. А почему именно Москва? Как так получилось, что вот с Москвой вас связала жизнь? Тогда мы... Почему Москва? Потому что на тот момент Москва и... Потому что у нас старшие товарищи наши, очень многие уезжали в училище Олимпийского резерва. И когда встречались на соревнованиях, и мы их видели, встречали друзей, старших товарищей, да, и они всегда выходили там, ну, там, в хороших трико, да, в борцовках, там, представляли Москву, да, и мы загорелись и тоже очень захотели в Москву, именно в училище Олимпийского резерва, потому что там были те ребята, самый пик, да, такой косяк основной, да, сборный был, и это же и спарринг-партнеры хорошие, на них вот благодаря им, вот, на их мы вот и выросли, этим ребятам, которые были там. А вы говорили, что портреты, про портрет рассказывали, что смотрели, вас это мотивировало. Сейчас наши также спортсмены ходят, висит ваш большой портрет с Олимпийских игр. И также наверняка наши спортсмены отделения греко-римской борьбы ходят и думают, а, вот, так хочу. Так что мечты сбываются, все материализуется. Помните ли вы какие-то интересные истории в училище? Может быть, что-то такое смешное на учебе, на тренировке? Да, конечно, очень много было ситуаций, но мне больше всего запомнилось... Почему я говорю про традиции, да, это большая семья, и у нас там были такие традиции, когда новенькие проходят, и они проходят там определенные задания. Там, если мы, например, старшие ребята, например, кто на курсах, да, они уже все считаются старшиками, да, старшие. Вот. А мы молодежь пришли, которые там, кто учится в школах, да, там, девятый класс тут проходит, мы вот пришли все, вот 2005 год мы пришли, и все нам говорят, все так, что, ну, ребята все старшие собрали, все документы все сдали мы, все прошли, получили все там принадлежности, зашли в комнату, все распаковали, и вечером всех у нас собирают старшие ребята, старшие товарищи, и нам объясняют то, что нужно там рано вставать, идти всем на тренировку, делать зарядку, да, и всем рассказывать, что, как нужно делать, да. Mm-hmm. После отбоя никто не ходит,
Если вы вышли, значит, вы будете стоять с подушкой. Да, там, определенные. И вот. И для нас там, молодых, да, ну, интересно, что это такое, как это. И вот. И постоянно мы там всей толпой, мы, помню, с ребятами всеми вышли. В одно время все договорились, мы и вышли всей толпой, и все ребята, ну, и старшие такие, все. Значит, ну, вы не слушаете, мы же вас предупреждали, мы такие, да-да, что такое, ну, для нас-то интересно. И все, и мы вышли и стали с ней с подушками, это 90 градусов, садишься, ну, как бы, к стенке наклоняешься и стоишь на 90 градусов. И там, вроде бы, там 3 минуты было, что ли. И все, и вот мы все вышли толпой, что-то для нас всех интересно, всех вызвали, все ребята мимо вышли, все время засекли. Я помню, мы где-то первые секунд 40, наверное, стояли, у нас ноги уже дрожат, уже все, уже не до шуток, ничего, и все, и нам все старшие ребята, и все поняли, мы такие все поняли, что это такое. Теперь мы будем соблюдать режим, не будем выходить. И вот как-то вот такая вот история. То есть такое некое посвящение. Да, когда мы перешли на курсы, тоже и начали тоже по стопам наших старших, дальше вот так продолжали, потом ребят, когда проходили новенькие, и тоже смотрим на них, и в их глазах видим самих себя, то, что мы тоже так же пришли, что-то новое, интересное же, да, постоянно что-то хочется, и вот и тогда вот мы посмотрели им в глаза и вспоминали себя. Они тоже вышли, мы им тоже где-то секунд по 40, там по 50 подержали, такие все поняли, да, все поняли. Все. После этого как у нас всегда был порядок. А первый год не скучали по дому, что так уехали далеко? Первый год, ну да, первый год скучали, но при всем при этом мы как приехали в училище, у нас был там результат, мы были на первенстве, я был на первенстве России вторым, я думал, что мы в Калмыкии лучшие, значит, мы приехали сюда, значит, мы должны что-то себе проявить. Приехали туда, мы начали, ну, как бы, среди лучших, да, мы оказываемся худшие, да, хотя мы в Калмыкии были лучшие, да. И постоянно нас это, ну, с братом мотивировало на то, чтобы больше тренироваться, да, заряжало нас это каждый день. И вот и на каждую тренировку мы шли с братом и ставили себе задачу о том, чтобы хотя бы просто взять балл, да, хотя бы просто навязать свой там, захват, там, свой прием. И вот каждый раз мы вот себя мотивировали этим. И благодаря этому, наверное, благодаря всем ребятам, тем старшим, которые нас вот мотивировали и с нами стояли, и с нами тренировались, вот, на их мы и выросли. Кого из спортсменов помните в училище? Поддерживаете ли с кем-то сейчас общение? Да, со всеми старшими ребятами поддерживаем связь. Это Валентин Мундиров, это Олег Кирсанов, это Басан Бактаев, это наши старшие, да, калмыки. Всех-всех помним. Помню, даже у нас между этажами были такие спортивные состязания, да, такие, и с вольниками, да, ребятами, одноклассниками, и там боксерами, да. Недавно, кстати, после Олимпиады. А, на Олимпиаде я, кстати, встретил с училища Семенова. Боксеры из училища? Нет, я встретил с легкоатлетику, которым мы вместе учились в училище. Так. Семенова был Максим, что ли, если не ошибаюсь. Он женился на нашей тоже выпускнице. Ну, вот. Уточним вот сейчас. Да, и она была участницей Олимпийских игр. Мы тогда встретились, и как будто такое родное что-то, да, когда ты встречаешь родного себе человека, ты так радуешься. Мы обнялись, начали разговаривать, вот, встретились, поговорили. И ребята к нам приезжают в Калмыкию, да, там Андрей Пиличев, сам. Кирсанов Олег, да, это те ребята, которые постоянно здесь бывают, приезжают,
Надмир, ну, все те ребята, которые... Когда жили в училище, не было ли между отделениями каких-то конфликтов, или вы со всеми дружили? То есть у нас здесь 14 видов спорта, ну, то есть там и все столько разных... И греко-римская, и вольная борьба, и дзюдо, и бокс, и, наверное, мне кажется, вы учились шахматы были. То есть не было никаких каких-то разногласий, все дружно жили? И что-то есть интересное? Какая-то конкуренция была? Ну, конечно, были разногласия, были там свои какие-то моменты, да, но при всем при этом это не выходило за училище. Как говорится, да, все, что происходит в училище, остается все в училище, да. И благодаря этим ситуациям каких-то таких непонятных, да, потом ты становишься по жизни с этим человеком очень дружным, да, и ты дружишь с ним по жизни, остаешься друзьями, да. Вот. У нас всегда были конфликты там и с боксерами, да, там непонятно какие-то, там с вольниками тоже, да, ребятами. Вот. Но при всем при этом вот мы продолжаем... До сих пор мы общаемся. Кстати, вот мы ездили недавно на подобный проходил в Краснодаре. Я встретил своего одноклассника Шарапутина в Краснодаре. Он уже там работает, уже с семьей полностью нас встретил, пообщались, поговорили, вспомнили наши былые веселые времена, да, училище. Как бы всегда, вот даже в Москве, вот тоже я недавно приезжал в Москву, встретился тоже вот с училища, пятиборец. Да, современное пятиборье было. Был, да, как вид спорта, самый да. Старший, он был самый старший в училище, он был на ЦСП, и в данный момент он работает в министерстве. Да, вот недавно тоже увиделись, так тоже пообщались. Ну, встречаешь своих друзей, там, выпускников и такой родной человек. Ностальгия. Да, ностальгия такая. Вот для меня Москва, например, ассоциируется с училищем. И вот когда даже вот недавно приезжал в училище, у меня такая ностальгия была. Все самое хорошее, все самое теплое. Кстати, вот недавно выпуск 2011 года. Девчонки наши, вот, дзюдоистки, там, гамбалистки, все там пацаны, дзюдоисты, там, легкоатлеты, да, там, фехтовальщики, вот мы все ребята друг друга нашли, начали переписываться в WhatsApp, и вот должны были в апреле встречаться. Выпуск, целый наш выпуск. Вот. Но с этим коронавирусом все наши планы поменялись. А кого помните из ваших одноклассников? Сейчас, кстати, много выпускников работает в училище. Да, кстати, в училище работает там Алексей Соломенников. Да. Преподаватель, да, да. Это наш старший товарищ. Тренер. В один год с ним вместе поступили в 2005 году. Потом... Из спортивной гимнастики не помните? Тут работает у нас девочка. Елена Фалеева, не помните такую? Фалеева? Да. Фалеева, да, помню, да. Также помню. Работает у нас тренером. А, кто у нас еще работает? Методистом у нас работает, может быть, старше, не знаю, Анастасия Бессольцева, это легкая атлетика. А, Бессольцева, да, конечно, помню, да. Настя. Вот, работает у нас методистом учебной части, теперь отвечает за школу. Вау, как здорово. Но училище это... Большая семья. Большая семья, да. Это реально большая семья со своими традициями. И всегда такая ностальгия, и хочется вернуться в то время, в это веселое, самое лучшее время, которое было и есть. На ваш взгляд, на ваш опыт, вы можете об этом сказать, насколько важны такие спортивные училища для подготовки Олимпийского резерва? Ну, знаете, во-первых, самое главное для спортсмена – это режим.
да? Почему режим? Потому что ты мобилизируешься, настраиваешься, и у тебя одно и то же, все идет по плану. Потому что училище надо больше бы таких заведений, потому что ты находишься там, идешь к своей цели. Режим, он тебя настраивает на то, чтобы достигать своих целей. То есть училище — это как ступенька была для вас, именно чтобы в будущее, да, на Олимпийские игры. Ваш сын уже знаком с борьбой? Старший, да, знаком. Он видит ковер, он сразу радуется, он сразу бежит. И уже делает один прием, который ему показал я, и он начинает этот прием делать. Называется кочерга. А то мы уже готовы принимать новых абитуриентов, училище Олимпийского резерва номер один, новых спортсменов, новое поколение. Так что растите. Нравится ему борьба, то есть прям увлечен? Ну да, пока с ним вот разговариваем, говорю, тебе нравится, будешь ходить на борьбу? Он такой: нет, а хотя когда видит борцовский ковер, он сразу с радостью бежит туда, она сразу видит, начинает сразу бороться, кувыркаться, да. Вот. Ну, я как бы не заставляю, и не хочу заставлять, самое главное, чтобы он сам пришел в душу и сам выбирал. Ну, он знает своего папу, то есть мой папа там был на Олимпийских играх. Вот это, ну, осознает, понимает, насколько как бы это важно и насколько это, наверное, сленгом круто, насколько это. Ну, пока он не осознает, мне кажется. Не знаю, но вот больше мои... у меня просто 4 года ему, вот, он как бы ему... Баллон. Наверное, пока, да. Слушай, ему лишь бы что-то делать постоянно, когда бегать, что-то творит весь дом, да, между ногами, между. Наверное, я вот у мамы спрашиваю, говорю: мам, мы в детстве такими же были? Она говорит: мама, это в играх вообще похуже были. Это еще цветочки, да, своё понял. Ну вы бы отдали бы отдали бы в спорт? Отдали бы борьбу, профессиональный спорт? Да, конечно, мне кажется, каждый мужчина должен заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, да, потому что мужчина, он тот человек, который постоянно должен постоять за себя, да, за свою девушку, за свою семью, да, и вырабатывать мужские свои достоинства. Так что мы ждем. Готовьтесь, мы готовы принимать уже документы нового абитуриента. А какие три самых важных события произошли в вашей жизни? Ну, это, конечно, Олимпийские игры. Это заведение своей семьи. Вот. И рождение второго сына. То есть все самое положительное и самое счастливое. Самое счастливое, да. Почему? Потому что первый сын, когда родился, я был на сборах и не смог его выписать. А так как со вторым сыном, второй сын родился, я приехал, уже был, сам был на выписке. Его сам передержал, привел его домой, и как бы вот это для меня самые три таких важных события. А если бы еще бы девочку отдадите в спорт, если? Ну, не знаю, ну, наверное, конечно, да, отдам спорт, чтобы она... Вольную борьбу. Ну, борьбу, не знаю, супруга тоже занималась художественной гимнастикой. Вот. Наверное, я бы там художественную гимнастику, наверное. С
спортивная семья. Да, чтобы супруга чисто работала, занималась чисто ею. Я чисто. То есть у вас будут две болельщицы. А сейчас мы перейдем к нашему чату. Мы посмотрим, что нам подготовили зрители. Что же интересного там у нас? Планируете ли вы отбираться на Олимпиаду в 2024 году? Я не люблю забегать вперед. Да, и я говорю, говорю так, что как есть, да, на сегодняшний день. Я буду отбираться на 21-й, там посмотрим. Так, ну это, видимо, уже молодые спортсмены пишут в вашей весовой категории. Следующий вопрос. Расскажите, в чем секрет вашего успеха? Какие качества вы приобрели за время учебы в училище? Секреты свои поведайте нам. За время учебы в училище какие качества? Это... Это режим, это целеустремленность, это все те качества, которые дали мне толчок для подготовки к Олимпийским играм. Я думаю, вы самое важное сказали, что для спортсмена без режима никуда. Это самая важная дисциплина. Так, следующий вопрос. Кстати, пишет заместитель директора по воспитательной работе Галина Александровна Слепченко. Помните такую? Да, да, конечно, помню, да. Приятно видеть выпускника успешным. Так что Галина Санна с нами, она смотрит. Большой привет вам, Галина Александровна. Большой привет с Калмыкии. Так, как относитесь к допингу? Тренерский состав регулярно консультирует вас, как уберечь себя от случайного попадания запрещенных веществ в ваш организм, например, с пищей. Достаточно актуальная сейчас тема допинг. Да, да. Это очень такая тема, что мы классики, мы за честный вид спорта, никакие препараты я вообще не принимаю, это чисто принимаю то, что нам дает доктор сборной команды России, и остальном я ничего не принимаю, стараюсь больше, даже если я болею, больше принимать. Перехожу к народным лечениям. Угу. То есть стараетесь, чтобы никакой химии не попадало в ваш организм? Да. Насколько вы осторожны? Бывают же случаи, я думаю, мы поняли друг друга. Насколько вы осторожны? Что вы делаете? Всегда оставляю без присмотра свои, там, например, напитки, да, там, всегда смотрю, открыта ли вода, да, там, смотрю постоянно, всегда на вооружение беру все то, что, например, все запечатано, чтобы все было герметично, да, там, чтобы ничего не было открытого, ничего не было там, что-то левого. Вот. Постоянно вот всегда вот поставил там с тренером рядом, либо тренера дал, либо тому, кто сидит, просто смотрит, наблюдает, близкий человек, да, и постоянно с ним отдаешь. Ну, у нас как бы сборной нету такого, да? Но все же нужно быть аккуратным. Ну, все же быть надо всегда на чеку, всегда. Угу. Это очень, конечно, актуальная тема, и для наших спортсменов еще, наверное, у нас проводятся уроки по антидопингу, но когда говорит человек, который уже много лет в сборной, и тем более знает, что такое Олимпийские игры, я думаю, они это лучше услышат, чем от учителя. Так, следующий вопрос. Давай. Пишет, кстати, наш воспитатель. Здравствуйте, очень рада вас видеть. Обязательно приезжайте к нам в училище, которое вы сейчас не узнаете. Мы будем очень рады видеть.
тренировка по Инстаграм проводится? Вы занимаетесь в Инстаграме? С большим удовольствием хочу приехать в училище. Недавно буквально, ну да, вот недавно был в Москве, проезжал. Вот рядом с училищем был. И вот мне прям вот захотелось прям увидеть училище, вот просто проехать рядом, а это было поздно, где-то половина десятого вечера. Просто приехал, увидел, не узнал. Вот. Реально не узнал училище, какое было училище, да, и какое стало. Это вообще небо и земля, там много таких спортивных сооружений стало, там, насколько я слышал, там хотят бассейн сделать. Да? Строится спортивный комплекс, да. Да, спортивный комплекс строится, и бассейн, и вообще. И с удовольствием хочу приехать в училище, потому что с этими соревнованиями, сборами нет времени свободного. Но обязательно приеду в училище. Мы будем очень вас ждать. Даже если вы мимо проезжаете, всегда зайдите, всегда вас встретят. Вы знаете, что все здесь родные лица. Будут точно кого-то, но встретить знакомого. Так, расскажите, поддерживаете ли вы контакты с соперниками по вашему виду спорта? Ну, весовой категории, наверное. Еще. Как бы в Инстаграме как бы переписываемся свободно, общаемся как бы друг с другом. Все дружелюбно. Да, дружелюбно очень. Конечно, ковер есть ковер, на ковре мы соперники, а за ковром мы все равно люди же остаемся друзьями, общаемся. Да. Расскажите об Олимпиаде. Что больше всего бросилось в глаза, когда только приехали? Что вам запомнилось, когда приехали? Больше всего бросилось в глаза то, что вот я вот весогонщик, я вот гонял вес. Мы жили с Ромой Власовым в одной комнате, и мы вот пошли на ужин, нам как прилетели, мы сказали, что взвесились, нам сказали, все, можно поужинать там немножко. Мы пошли в столовую, там такая столовая огромная, там прям просто, и вот для меня вот мы зашли, и для меня это просто было пипец, но я вот не видел этого. И, конечно же, спортивные сооружения такие, да, были очень интересные, очень большие такие, и сама вот эта атмосфера, да, она вот просто и не описать. Ты вот выходишь туда, заходишь, просто присутствуешь, зашел туда, и ты просто думаешь, что такое ощущение, как будто сон, знаешь, тебе все снится, и прям просто сама атмосфера Олимпиады. Вот ты реально понимаешь, что Олимпиада это просто вот что-то. Я думаю, сейчас у наших спортсменов появилось еще больше мотивации узнать, что же там такое. Так, следующий вопрос. Так. Что бы вы посоветовали тем спортсменам, которым приходится переживать эту непростую ситуацию в плане спорта? В период пандемии? Ну, я не могу сказать. Либо ситуация, которая сейчас в России с допингом, что вообще всю Россию не пускают. Наверное, я думаю, вот это больше, чем пандемия. Ну, мы российские спортсмены и вообще российский менталитет, мы очень сильно отличаемся от европейцев, очень сильно от всех отличаемся, потому что у нас в России менталитет такой, что мы постоянно себя двигаем вперед. Да? У нас там, как бы, в Европе и за границей вообще, да, у них как строится все? Там, например, депрессия, у них они идут там к психологам, да,
В России у нас как бы чуть-чуть, мы спортсмены, сами себе психологи, да, и даже тренера, это наши психологи очень сильные. И они знают, как тебя, куда тебя направить, что тебе сделать, да. Нужно больше прислушиваться, как бы, тренеру и тому, чтобы понять о том, что мы, Россия, самая сильная страна, самые сильные спортсмены у нас в России. И они хотят нас, ну, к примеру, да, там, хотят задушить какими-то, да, изменениями ситуации. Но при всем при этом нужно сохранять олимпийское спокойствие, спортивное спокойствие и просто идти к своей цели. И верить, верить, что все будет верить хорошо. Верить в себя в первую очередь и верить тренеру, что мы делаем одно дело для нашей страны. Это очень важно. Так, следующий вопрос. Есть ли у вас какой-то талисман или специальная методика настроя на схватку? Например, на ковер заходить только с левой ноги или что-то вроде того? Ну, да, есть какие-то свои там причины, да. Каждый спортсмен, да, у него есть какие-то свои там темы, да, которые он соблюдает для себя, да, поставил, либо еще что-то, да, там, постоянно забегаешь с правой ноги, да, постоянно ты забегаешь на ковер, когда ты забегаешь на ковер, ты должен просто обо всем забыть, и все, просто выходить, слушать своего тренера, и все, и просто идти и делать свое, и верить в свой прием, в свою тактику, да, свою борьбу и добиваться своей цели. Это как кузнец, да? Кузнец, он же бьет в одну точку постоянно, да? И точно так же надо идти и бить в точки те, которые твои сильные точки, ты должен пробивать. Так что ни в коем случае, чтобы наши спортсмены не сомневались в себе. Самое главное – просто идти. Я, наверное, каждый спортсмен поймет о том, что даже исходя из того, что ты просто выходишь на ковер, руки пожал, все, и, например, у каждого спортсмена есть, да, там внутреннее такое какое-то сопереживание, ты борешься между собой, да, там, волнение, да, такое. Ну, проще говоря, да, русский термин, да, немножко боязнь, да. Волнение, предстартовый мандраж, волнение. Мандраж, и ты просто, когда выходишь, руки пожал, свисток дали, и все, и у тебя этот мандраж сразу уходит, и ты о нем вообще не думаешь, и все, и не борешься, как ты можешь. Так, какое самое высокое достижение произошло в училище Олимпийского резерва номер один? То есть, когда вы учились в училище, какие соревнования самые крупные вы выиграли? Самые крупные соревнования были первенство России. В 2009 году город Владикавказ, вот, выиграл Россию и отобрался на первенство мира. На первенство мира занял пятое место. Ну, то есть, в любом случае, международный опыт уже был у вас. Да, да, да. Так. Вы сейчас в Калмыкии? Да, Легкий вопрос для вас. У вас большая армия болельщиков. Что можете рассказать об опыте, который получили на Олимпийских играх, и что можете пожелать для юных борцов? Ну, пожелания уже про Олимпийские игры вы нам много рассказали. Ну, хочется пожелать молодым ребятам, чтобы они тренировались. Самое главное, выполняли, держали режим. В первую очередь режим. Самое главное, режим. Выполняли все требования тренера. И, конечно же, в первую очередь мы можем обмануть тренера, да, обмануть там старшего товарища, да, но мы сами себя никогда не обманем. В первую очередь нужно быть честным перед самим собой. Например, если у тебя соперник делает там 10 раз, да, ты должен сделать там
12, 13, да? Всегда ты должен делать больше, чтобы быть на голову выше, либо просто на шаг впереди всегда быть. И тогда вы сможете добиться очень больших результатов. Вы наверняка уходили последним из зала. Да, и уходить последним из зала, это, например, тренером был Пичугин, тренером был Алиасхаб, помню. И, кстати, вот в 2009 году большое спасибо хочу сказать нашим братьям-вольникам, да? Потому что был такой период, что наши все ребята уехали на сборы, у нас не было спарринг-партнёров. И мы тренировались с вольниками. Это вот Масянов был, да, у нас тренер, вот Алиасхаб. Вот эти люди, им большое спасибо. И после этих, как бы, моментов, их поддержки, вот мы и выиграли вот эти соревнования. И, конечно же, ребятам пожелать добросовестных тренировок. Главное, перед самим собой быть честным и работать над собой. Все у вас получится. А какой был у вас любимый предмет в училище? Именно, наверное, уроков касается. Наверное, больше математика, потому что я помню, вот математика мне больше, ну, больше всего нам легко вообще давалось, и мы очень любили с братом математику. Но большое спасибо Елене Александровне Подкорытовой. Это она у нас физика. Да, астрономию. Вот тогда, когда мы вот просто стеснялись выходить, например, к доске, да, с братом. И она постоянно там, выходите, мы такие, нет, два, там, раз, хорошо, раз, два, два, два. И все, и потом после уроков оставались, и мы как бы решали постоянно. Там, с братом раз напишем, и она такая, ну, и всегда нам говорила о том, что, ребят, ну, типа, я понимаю, что вы там не будете, просто, ну, объяснились друг другу, потому что, и она... Спасибо ей, что она нашла подход к нам, да? Подход к каждому ученику, да, она всегда могла найти подход. И я ей благодарен за то, что она нашла и как бы поняла нас, да? Вот. И тогда вот я вот всегда, вот даже я помню, когда мне на Олимпиаде брали интервью, и я сказал, я хочу своей учительнице передать большой привет. Это Елена Александровна Подкорыта, училище Олимпийского резерва. Не знаю, вроде бы не показали, либо не услышал, но пользуясь случаем, хочу вот передать большой привет, слова благодарности. Это у меня запомнилось на всю жизнь, и я ей благодарен. Кого еще из преподавателей помните? Замдиректора по учебной части? Учителя химии? Васяткина у нас была. Угу. Потом химия у нас была Ольга. Леонидовна. Ольга Леонидовна, да. Да, большой привет тоже. Потом а вы застали тот момент, когда она уже стала замдиректора по учебной работе? Да. Да, застали. Что было необычно, когда на сборы уезжаешь? Помните этот момент, как подписывать листок? Да. Подписываешь листок, все это, да. Срок помню. Дают, чтобы сдать задание, когда возвращаешься. То есть все было под контролем у Ольги Леонидовны. Да. И вот Валентина, вот у нас... Валентина Васильевна Малиновская. Да, Малиновская. Учитель это наш, истории и обществознания. Да, обществознания. Она еще у нас была ответственная за наш вид спорта. Угу. До этого у нас была Грета Петровна. Угу. Воспитатель. Да, воспитателем была у нас. Да. Мы помним, когда она ушла на пенсию, и один раз мы ее встретили, учились в училище, она уже ушла на пенсию, и мы встретили ее в магазине.
Мы ей так обрадовались, увидели, она тоже так обрадовалась, расплакалась, и мы ей помогли, донесли ей там все продукты, все-все-все, донесли до дома, провели ей. Ну, вот так, ну, самое такое все, все теплое, все хорошее прям ассоциируется с училищем. Очень приятно, что вы всех помните. Я думаю, сейчас наши преподаватели очень счастливы, что услышали от вас теплые слова. Да, всем-всем большой привет. Всем большой привет. Слова благодарности. Смогли бы вы провести онлайн-мастер-класс для наших спортсменов? Онлайн-мастер-класс? Да, конечно, с удовольствием. Уважаемые зрители, сейчас начать. Посмотрим, что ответят. Так. Насколько вы интересуетесь жизнью училища? Следите за нашим инстаграмом, за нашими соцсетями. Да, конечно, я слежу за инстаграмом. Ну, больше слежу у Алексея Соломенникова. Я на него подписан, а потом вот недавно подписался на училище тоже. И, конечно, всегда вот слежу и с ребятами, которые у нас с училища попадают в сборную, конечно, общаемся, видим. Это братья Аллахьяевы. Как бы общаемся, видим постоянно ребят. Вот Егор у нас тоже, да, там, Пономарев. Да. Вот, Егорка. И постоянно с ребятами, как бы, на связи, видим, общаемся, дружим. Так. Ну, как проводите карантин, я думаю. Так, дальше. Как вам дается весогонка? Сколько килограммов вам приходится сбросить? Ну, весогонка для меня проходит, ну, как бы, нормально, ну, как бы, легче, например, нежели вот моему брату-близнецу, да, Самалу. Вот, я вот на Олимпиаду гонял 10 килограмм. Это достаточно много. Да, сейчас я гоняю килограмм 6-7. А с новыми правилами UVV? Как вы подружились? Два раза взвешиваться? Подружился, и как бы мне нравится. Мне нравится, это, как бы сказать, нашу пользу. Много не поешь после взвешивания. Ну да, много не поешь. Единственное, кто много гоняет, если, ну, вес, то для них это очень сложно. Но для борцов, мне кажется, сколько гонял, все равно столько гоняют, но с правилами многие ребята перешли в другие весовые категории. Вот. Ну, как бы нормально. 5-6 килограмм – это допустимо. Но вы критически вот за неделю начинаете, например, вот к России, к чемпионату России готовиться, именно вес готовить, или вот как-то постепенно отказываетесь там от мучного, от сладкого, там за месяц, например, или вот прям за неделю все, отказались от еды, одна вода? Не, вот, например, надо исходить из того, что как организм привык, да, вот, например, с моим опытом я, например, привык, что там за 2,5 недели я начинаю потихоньку придерживать вес, да, и подводиться к соревнованиям. Некоторые, для кого-то это очень сложно, да, для кого-то может за неделю там сбросить, либо за 2-3 дня, да, согнать вес и нормально. Но для меня самое оптимальное – это 2 недели. Угу. 2,5 недели – это идеально. Бывали такие моменты, что не взвешивались? А? На соревнованиях были моменты, что не прошли по весу? Нет. Никогда не было такого? Да, никогда не было, всегда стабильный. Но это было один раз, мы поехали с Трифоном Николаевичем. Виктором Николаевичем. Виктором Николаевичем, да, мы поехали на приз Карелина, Новосибирск. И тогда у меня было, да, 500 грамм где-то лишнего. И он тогда ругался на меня, но там оставалось где-то минут 20 до взвешивания, и шло согнать, согнал. Согнали? А? Согнали.
Да, согнал, все, прошел там время там прям за минуту, там, mm-hmm. за две минуты до закрытия зешни, все, успел, все согнал. Тогда да, он не сильно ругался. Новосибирск-то слетать просто так было бы обидно. Ну хорошо, что все закончилось хорошо. Так, следующий вопрос. Ну, вы отвечали, конечно, на этот вопрос, но это задает наш воспитанник. Как вы настраиваетесь на схватки? Честно, есть такое понятие «горишь», да? Угу. Хочется молодежи передать о том, что многие сейчас, да, для кого-то кто-то, например, смотрит там сетку свою, да, кто с кем будет бороться, да, когда будет бороться, ну, все смотрят, да. Примерно для меня это, например, это я не смотрю, например, для меня это не важно. Я, например, просто думаю о своей семье, что я буду делать, когда я приеду домой, например, когда я приеду на родину, чем я буду заниматься, как там моя мама, как моя семья, там, да? Ну, как бы себя отвлекаешь от спорта больше. Старайтесь не пускать мысли какие-либо, чтобы горели. Да, в эту сторону, да, но во время соревнований, там, с утра уже все проснулся, все настроился, вышел. И уже вот тогда уже думаешь, угу. с кем будешь бороться, как, что и как. Так что не горите, спортсмены, не да, думайте, не думайте, мыслями да, себя не загоняйте. Так, хорошо, следующий вопрос. Несколько слов пожеланий от вас нашим ветеранам в преддверии 75-летия Великой Отечественной войны. Победе, великой победе нашей. Ну да, конечно, в первую очередь здоровье. Это герои, это люди с большой буквы, да. Это благодаря им сегодня мы все существуем, есть, да. Вот. Слова благодарности, пожелать крепкого здоровья, чтобы жили как можно дольше и передавали нам все свои знания, всю свою историю всем нам, молодым, и мы должны ее нести, передавать из поколения в поколение нашим детям, что мы сильная страна, да, великая страна. У нас есть очень большая история и великая история. Так, ну и тут заключительный вопрос. Приходилось ли вам с братом бороться на соревнованиях? Да, приходилось бороться. Но мы всегда никогда не боролись в полную силу, скажу сразу честно. Угу. Вот. Всегда смотрели, у кого сильнее пулька, у кого слабже пулька. Кого слабже пулька, тот и, значит, выиграет. То есть как бы так. Чувствовали, да, кто, кому сегодня дать победу? Да, да, да. То есть на каких соревнованиях боролись? На каких-то отборочных или вас разводили? Нет, вот на чемпионат, на первенстве России мы пару раз боролись, всегда встречались, да. На таких отборочных стартах, которые очень важные были. Это mm-hmm. и международные турниры, да, когда отбор шел на первенство Европы, да, там на первенство мира. Всегда мы боролись и смотрели, чтобы кто как отборится. Вам было не скучно на ковре, зная, что родственная душа. Нет, было схватки, да. Больше я выиграл. Ну, а вы старший или младший брат? Я младший. На 15 минут младше. Он как старший, солидарен был всегда с младшим, всегда отдавал. Вот. Был мудрее. Мудро поступал. Я думаю, все правильно у вас сложилось в жизни, что и сейчас вы стали тем, кем училище Олимпийского резерва очень гордится. Ну и в заключение хотелось бы еще раз, что бы вы хотели пожелать спортсменам, воспитателям, преподавателям, медицинским работникам училища Олимпийского резерва. В этом году нам исполнилось 49 лет, в следующем году 50. Мы вас очень ждем, постараемся, надеемся, что так как Олимпийский год, еще один Олимпийский год,
вам удастся посетить наше большое торжество в честь 50-летия. Ну и ваши пожелания, пожалуйста. Ну, пожелания хочется пожелать руководству, да, училища Давиду Владимировичу Мусульбесу реализации всех своих целей, пожелать вам крепкого здоровья, всему педагогическому составу, пожелать вам терпения в вашем нелегком труду, который вы даете знания, вы их ставите на правильный путь, учите тому, чтобы мы по жизни были, шли только, грызли гранит науки, да, вот, медицинскому персоналу пожелать здоровья и чтобы поменьше было у наших спортсменов травм, вот, и всем массажистам, нянечкам, персоналу, всему училищу процветание, здоровье, всех благ. Вот. Если у кого будет возможность, мы всегда рады в солнечной Калмыкии встретить вас с объятыми руками. Вот. Приезжайте к нам тоже в гости, мы будем тоже очень рады. Всех благ, здоровья, ну и, конечно, процветания нашему родному училищу Олимпийского резерва номер один. Спасибо большое за такие слова прекрасные, за теплые слова в адрес училища. С нашей стороны мы вам желаем, чтобы все цели были достигнуты, чтобы ничего вам не помешало, ничего не мешало, и чтобы 2021 год был у вас особенным. Спасибо. И будем очень рады, если, конечно, мы вас увидим в Токио 2021. Я буду стараться приехать на юбилей училища с удовольствием. Мы ждем. Большим удовольствием. Все. Спасибо большое вам. Спасибо вам за время уделенное. До свидания. Всего доброго. Хорошо. Всего доброго. До свидания.